Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 30-го тура серии А «Парма-Милан». Встречаются 19-я и 2-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 9 раз играли на обе забьют «да» и 8 раз на «тотал» больше. «Парма» не побеждала «Милан» в последних 8 очных матчах. Последние 2 очные матча на поле «Пармы» были низовыми. Статистика команд. Парма забивала в последних 8 матчах. Парма последние 2 матча отыграла на тотал больше и обе забьют «да». Милан 2 последних матча отыграл на обе забьют «да». Милан в 3 последних выездах в серии А забивал не менее 2 мячей. В минувшем туре Парма сыграла 2-2 с Беневенто. Парма очередной свой матч закончила на 2-2, но в этой игре постоянно была в роли догоняющей стороны. В концовке матча гости могли вырвать победу, но все попытки затолкать мяч в ворота оказались безуспешными. Милан сыграл 1-1 с Сампдорией. Милан провел очередной невнятный домашний матч, который снова не сумел выиграть. Нелепая ошибка Эрнандеса привела к курьезному голу в ворота хозяев в начале второго тайма. Но вскоре Сампдория осталась в десятером, и Милан сумел таки реализовать свое численное преимущество, но в самой концовке матча. Хозяева могли добыть и победу, но гостям помогла стойка ворот. Очный матч первого круга закончился в ничью 2-2. Милан в этом сезоне отвратительно играет домашние матчи, но очень сильно выездные. Только одно поражение и одна ничья. В предыдущей игре с Сампдорией Милану где-то не повезло, хотя первую половину матча Россонери провели слабовато. Парма после провальной середины сезона, когда в 8 домашних матчах не могла забить ни одного гола, начала забивать теперь все подряд, но пропускать не меньше. Поэтому очков у команды прибавляется мало. В норме здесь светит победа Милана на условное 2-1. В очных играх соперники играют очень результативно. При этом последние 2 очные игры в Парме были низовыми. Похоже, настало время очередного забивного матча. Из связки ставок тотал больше обе забьют «да» победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 1.90. На обе забьют «да» 1.85, на победу гостей 1.70. Конечно же, самой ожидаемой ставкой смотрится здесь победа Милана. Но и вариант результативного матча вполне вероятен. Поэтому здесь запросто можно играть и ставку на тотал больше за хороший коэффициент 1.90, и ставку на победу гостей за 1.70. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.